На Флотской улице, это в Новом Девяткино, жители многоэтажки разбудили минувшей ночью вой сирены проблесковые маячки. Во дворе собрались 7 пожарных расчетов, а 24 спасателя боролись с огнем в трехкомнатной квартире на 5-м этаже. Пламя охватило около 60 квадратных метров и вырвалось на балкон. По словам очевидцев, которые сняли пожар на видео, 10 человек эвакуировали, опасаясь распространения огня. Известно об одном пострадавшем мужчине в состоянии средней степени тяжести, он доставлен в больницу. Причина пожара устанавливается.